Привет, привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Вот уже несколько лет в интернете активно крутится вопрос, можно ли глушить двигатель сразу после постановки машины на парковку после езды, а если он с турбонаддувом, можно или нет? Можно, конечно. Если ответить коротко и быстро, да, можно глушить сразу. Но чуть порассуждаем и углубимся в вопросы. Однако, на самом деле многое зависит от марки модели и возраста автомобиля тоже. Непонятность порожден двумя проблемами. Первое – это так называемый термический удар. После выключения зажигания температура двигателя подскакивает. Это понятно. После выключения зажигания и заглушки двигателя циркуляция охлаждающей жидкости и масла прекращается, а потому наиболее раскаленные части мотора начинают делиться теплом с менее нагретыми соседями. Именно поэтому во многих современных машинах электровентилятор может работать еще несколько минут после заглушки мотора. Вторая проблема более современная. Практически во всех случаях крыльчатка высокооборотной турбины может раскручиваться до 10 тысяч и более оборотов в минуту. Когда же вы выключаете двигатель, ротор турбины сразу не останавливается, продолжая какое-то время вращаться под действием инерции, фактически в режиме масляного голодания. В этот момент раскаленный узел перестает смазываться маслом, и это в будущем провоцирует целый ряд неисправностей. На поддержанных иномарках с турбонаддувом дать силовому агрегату поработать после остановки автомобиля на холостых оборотах примерно минуту было и остается обязательным рекомендуемым правилом. Дело в том, что на такие машины в момент их выпуска еще не устанавливали хитрые системы страховки от перегрева. Речь идет в частности о турботаймерах, программном включении вентилятора после выключения мотора и электрических циркуляционных насосах, подающих к турбокомпрессору охлаждающую жидкость. Иногда в некоторых новых автомобилях турботаймеры обеспечивают автоматическую работу двигателя в течение 2-3 минут на минимальных оборотах, уже после выключения зажигания. Такие проблемы, которые мы описали выше, способны породить головную боль у владельца машины. Именно поэтому много дискуссий на тему, можно ли глушить моторы сразу. Если езда была обыкновенная, спокойная, то глушите себе моторчики и ни о чем плохом не думайте. А вот если ездили на больших скоростях или в гористые местности, тогда перед остановкой, конечно, лучше постоять хотя бы несколько минут, давая двигателю прийти в себя. Инструкции автопроизводителей обычно по этому поводу молчат. Ситуация примерно та же, что и с вопросом, прогревать мотор перед ездой или нет. Если хотите, чтобы моторчик послужил подальше, то не заставляйте ему работать в критических режимах. Ну и в конце видео просьба подписаться на канал, ставьте палец вверх, поделитесь и активно комментируйте видео. Спасибо всем за внимание.